Блочный лук Hoyt Nitrux. Компания Hoyt — это всегда самое лучшее исполнение гибридной схемы. Не сказать, что эта модель какая-то особо замысловатая, но это сделанный на пятерку блочный лук. Футуристический дизайн в стиле чужого. Блоки тоже называются, как и лук, Nitrux, они выдают сброс 80%. Ота не слишком большая, 31,5, база не слишком маленькая, 6,5. Скорость 333 FPS. Растяжка в зависимости от типа блоков регулируется в диапазонах 24-27 и на других блоков 27-30. Удобный, компактный лук для охоты, для 3D, где-то, может быть, даже для околоспортивных каких-то пострелушек. Давайте растянемся, посмотрим на комфорт. Оп. Шикарный сброс. Очень комфортно. Попробуем сложиться. Оп, вот смотрите, вот только начинаю складываться, и сразу идет ход. То есть нужно контролировать. Да, глубокий сброс, хорошая долина. Все нормально, я стою комфортно, я могу ждать момента, выцеливаться, выдохнуть, где-то подкорректировать технику и сделать выстрел. Но как только я начинаю сдавать назад, я вижу, что блок сразу начинает двигаться. Оп. Классный, удобный, комфортный, быстрый лук. Охотники оценят.